Кроме магазинов, в населенных пунктах округа откроются два новых спорткомплекса. К осени строители планируют сдать в эксплуатацию спортивный зал в селе Оксино к концу года внеси. Таким образом, в селах округа станет уже 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Напомню, в июне мы рассказывали об открытии ФОКа в Нижней Пёше. Этого события сельчане ждали с прошлого года. Заниматься физкультурой в Пёше очень любят. Дольше всех открытия физкультурно-спортивного комплекса ждали школьники. Уроки физкультуры для младших учеников Пёшской средней школы проходили в помещении детского сада. Старшеклассники постигали физкультуру в здании Дома культуры. Сегодня эта проблема осталась в прошлом. Уже в новом учебном году ребята будут заниматься в долгожданном ФОКе. Спортивный зал на первом этаже укомплектован волейбольным, мини-футбольным и баскетбольным инвентарем. На втором располагаются малый теннисный зал, раздевалки, душевые комнаты. ФОК пользуется большой популярностью среди местных жителей. Спортивное учреждение стало филиалом окружного дворца спорта «Труд». В дальнейшем все спортивные сооружения в сельской местности планируется объединить в филиальную сеть. По мнению председателя комитета по физкультуре и спорту Игоря Шевелева, такой подход позволит оптимизировать расходы на административный аппарат учреждений, централизованно проводить закупки необходимого оборудования и спортивного инвентаря, планировать и своевременно проводить ремонтные работы. Сейчас спорткомплексами обеспечены поселки Красное и Нельминос, село Коткино и Нижняя Пёша. Еще 5 спортивных объектов расположены на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей.